детство – золотая пора, первые шаги, первые слова, первый класс, первая любовь. Ты был влюбчивым, Женя? Да, в первом классе я был влюблен в свою соседку по парте. Ну и как же ты выражал свою любовь? Дергал за косички, наверное? Ну, а как же еще? Других способов я тогда не знал. Мне кажется, нашей следующей исполнительнице в детстве тоже приходилось сталкиваться с этим способом выражения любви. Мимо такой красавицы и сейчас ни один мужчина не пройдет спокойно. Музыка Валерия Орлова, стихи Артура Байды. «Грезы любви». Поет Варвара. Даже на край земли.